что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность очень высокая, колебания очень высокие по всем направлениям, мы пытаемся эту ногу обратно вернуть на место. Вот в чем, с моей точки зрения, в чем главный вопрос. Удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить? Или же мы и туда, и вторую ногу сунем?